Всем привет! Сейчас я вам покажу супер просто нереальный способ, да? Как можно защитить свой дом от C4. Просто это будет такой примерчик. Многие мучаются этим вопросом. Вот наш старый добрый... Извиняюсь. Новый добрый Rust. Вы видите, люди развлекаются, стеночки понаставили. Это самый эффективный способ. Ну, приступим. Сначала мы от первого лица, потом от третьего будем. Вот там идет человек, да? Вот это вот плохо, это очень плохо. Уйди отсюда. Нам не нужен этот человек, конечно, очень сильно мешает мне. Очень сильно. Давайте отойдем куда-нибудь подальше, потому что он может, понимаете, он может прочуять секрет Раста, как строить самые защищенные на планете Земля дома. Все, здесь более-менее спокойно, там вон волк, пофиг на волк. Окей, все, ставим сначала фундамент. Фундаментейшн. Опа, фундамент готов, изи. Я вам покажу пример на 4 блоках, да, вы можете сделать... Так, сейчас быстренько надо построить тогда. Я специально, видите, начал с нуля строить, чтобы прям все в прямом эфире. Вы можете, само собой, сделать дом гораздо шире. Окей, ну поехали, что ж. Ладно, начнем с этой стороны. Ну, само собой, сначала поставим все необходимые стенки нам. Вот так вот аккуратненько. Опа. Опа. И опа. Я вам покажу пример без дверей, да? Но вы можете то же самое сделать и с дверями. Это не проблема, я думаю. Опа. Все, смотрите. Вот так вот, все. Это первый уровень безопасности. Да, чтобы взорвать дом, нужно будет взрывать одну стенку. Да? Логично. Но мы поступим умнее. Это мой самый секретный секрет из всех секретов. Без смс, без регистрации. Мы делаем так. Добавляем еще одну защиту. Еще один слой защиты. Так, добавляем. Давай, добавляем. То есть мы наращиваем слои, запомните. Это называется слои наращивания. Слои наращивания. Так, еще один слой. То есть, взрывая дом, да, стенки, им придется взрывать дополнительные стенки. Вот с таким способом им придется взрывать 3 стенки, да, уже. Но мы пойдем еще дальше. Мы сделаем еще одну стеночку. Давай как-нибудь противненько. Вот, отлично. Вот так вот. Ну все. Welcome, господа. Вот такие вот у нас пироги. Это наш самый защищенный дом. Это только, заметьте, на 4 фундаментах. А что будет, если мы сделаем на... Ну, там, на 8 фундаментах? Этот дом будет невозможно взорвать. Я вам показываю без потолка, да, чтобы было все видно. Потом, если вдруг кто-нибудь будет там возникать, достаем ружбайку и пум! В лоб ему, и все. Вот так вот. Но вы можете спросить, как же ты выйдешь отсюда, молодой человек? Здесь же нету выхода. Заметьте, все продумано изначально при создании Раста. Я создавал Раст с нуля. Как же можно выйти? Вроде как-то высоко, да? А мы сделаем таким образом. Понимаете, я прокачал у него скилл атлет. Атлет! Вот. Все, понимаете? Проблем нету вообще никаких. Никаких. Ой, я косой немного так. Ладно, тут еще нельзя убивать. Ну вот так вот. Вот он, как выглядит наша конструкция сверху. Самый защищенный дом на 4 фундаментах. Я вас научу только профессиональным фишкам, запомните.